Всем привет! Барбара, ну давайте. Остается всего лишь два соперника перед Плесенником. Я думаю, что должны победить. Я не слишком разбираюсь в игре, но я постараюсь. А, то есть они тоже планируют меня замораживать. Как все это классно получается. Мы этим и скипнем карты, да? О, в принципе, этим можно оставить. Спасибо. Все по стандарту, как обычно. Главное начать и получить ульту Синсю, а потом уже, в принципе, будет почти победа. Хотя эта дама тоже может, на самом деле, что-то уникальное придумать. Тут кто мы самые опасные, на самом деле, так подумать? Она и ему, это Мона. Она почему? Потому что она будет создавать... Создаст, нет? Вот эту штуку. Вот это реально опасно. Поехали. Угу, быстро переключение поставим, да, скорее всего. Да, давайте сделаем. Подожди, хотя бы это на самом деле у нас три разных дайса дает, после того, как персонаж с обеих сторон использует навыки. Да, давайте, кстати, вот эту тему поставим. Мы играли с Екатериной. Екатериной, да, но эта штука тоже хороша. Так, скипаем. Пока живы, кстати, пока живы. Она... А, последний... А, не, даже серьезно? Я-то думал, ты последний раз хотя бы ударишь. Вот, пошло дело. О, да. О, да, ребят. Это прекрасная тема. Это прекрасная тема. Ну, тут у нас три дайса, в принципе. Я даже не знаю. Можно как-нибудь, знаете, что сделать? Катерина мне понадобится, возможно, да. Давайте оставим ее. А вот избавиться мне, скорее всего, придется, наверное, да вообще не избавляться ни от чего. А что делать тогда? Есть три... три, да? То есть, если мы поставим вот так вот... А, у нас еще... Я понял. Вообще не хочу ничего менять. Вообще... Дайсы пошли. Ешкой будет бить, да? Но, в принципе, это не имеет значения, на самом деле. Мы сейчас, наверное, Тимми поставим, потому что здесь, скорее всего, нам потребуется какая-нибудь хоть какая-то помощь. Так, переключаемся. Меч не поставим, ребят, извините. Меча пока что, к сожалению, придется... О, отлично, сам переключается. Так это ж хорошо. А, выпад холода. А, ну потому что сейчас еще эта штука будет бить. О, три дайса подъехали, ребят! Три дайса подъехали! Погодите, вы серьезно, что ли? Ну ладно. У нас есть запасные вещи. Так, смотрите, это трешка, это пятерка, да, кстати. Замечательно. То есть мы, в принципе, это можем сделать. Можем... Эту штуку я тоже не хочу использовать. Ну ладно, так же быть. Она уже здесь лишняя, поэтому давайте так. А, щит был, да? То есть еще так даже. Ух ты. Это ух ты. Я скипну с вашего позволения, вы не против? Ну, ситуация пока что еще неоднозначная, потому что вот эти ребята, они будут очень сильно мешать. Хорошо, что мы меч поставили. Так, ладно. Давайте пока что... Подождите. Давайте вот так вот сделаем. Это нам понадобится. Три... три... Так, одна штука остается, да? Ой, ой-ой-ой. Это ой-ой-ой. Ну не, ну на самом деле, может быть, ее реально стоит заморозить. Хотя тут плюс ХП у нас, смотрите. Ай, ладно, пусть бьет, пусть бьет.
Ну ее пусть бьет. Ого. А вот сейчас вот, кстати. Ага. Ага, я понял. Даже таким образом. Ну хорошо, ладно. Допустим. Ну сейчас это уже не имеет значения. В принципе, я все равно сейчас ход пропущу. Но... О, отлично, эта карта великолепна. Она, если еще на Барбару переключилась бы, было бы вообще просто замечательно. Как вы думаете, компьютер сделает мне такой подарок или нет? Нет, не хочет, смотрите. Жесть. Жесть. Безумец, да хватит уже. Я говорю, вот эти вот карты, эти колоды, это невероятно. То есть постоянно лечение, лечение, лечение. Ладно. Так, да, дайся, дайся. Вот этого, кстати, мне будет вполне достаточно, например, да, чтобы хоть что-то сейчас сделать полезное. О, да! Так, подгодите, у меня столько всего насыпали, что я же даже не знаю, что делать. Как это будет больно? Это будет больно на минус 5. А если я сделаю тебе вот так вот подарок, то это будет больно тебе на сколько? На минус 8, кстати. Да, на минус 8 это неплохо. Это неплохо. Ну, давайте так сделаем. В принципе, начало неплохое, даже если я это потеряю Яку, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Но она со своей Ешки может меня убить. Убьет меня с Ешки. А, это обычная атака, да, как я понимаю. Ух ты. Так, а Яка. Скажи мне, пожалуйста, если я, например. Если я, например, вот так вот сделаю, ты ж не против, да? Или против? Подождите, так, а сколько эта штука дает плюс 2 дополнительно? То есть я могу семерку... Ну давайте, в принципе, какая разница? Есть такая возможность прям сделать это сейчас? Почему бы и нет? Ну я вот эту карту, наверное, скипну нам, и все. А мы ее еще и замораживаем, кстати. Мы не дадим ей ульту провести, это прекрасно. Да не, ну тут 100% победа, ребят. 100% победа. То есть уже вообще ничего не поменяется. Ну, а Яки не жить. А Яки, скорее всего, точно не жить. Но она молодец. Она в любом случае сделала очень много. Так, смотрите, сейчас будет очень больно кому? Моне, то есть этого 100%, да? Смотрите, она погибает. У нас остается только одна дама, которая погибнет, скорее всего, уже в следующий раз. А Яка жива. Йо, я не рассчитал, кстати, я забыл. Подожди, должен же быть способ. Ну, вы видите, да, насколько эта колода хороша против... Ее колоды, потому что здесь все живы остались. Это прекрасно. Такое бывает редко, на самом деле. Но тут для каждого противника очень, наверное, было бы идеально подбирать свои определенные колоды. Но кому это интересно? Мне интересно, например, побеждать тебя. Красная кнопка под видео, обязательно подписывайся прямо сейчас, пиши комментарий, ставь лайк, нажимай на колокольчик, не забывай нажимать на колокольчик, да, и смотри видео до конца. А также подписывайся на канал Дзенерутюб, там много всего интересного, ссылочки в описании к этому видео. Вряд ли я могла сыграть лучше. Ну, на самом деле, да, ты права в этом случае. Так, дайте убедиться, что один Сайна остался, ребят. Следующий противник Сайна, а после этого Плесеник. Увидимся, пока-пока.